5 плюс 1, 350 квадратных метров, свидам на Средиземное море, свидам на Алания, Аланский крепость. И подходит эта вилла, друзья, для получения турецкого гражданства. Если вам нужна более подробная информация, как можно правильно турецкое гражданство получить, друзья, можете к нам обращаться под видео. Есть наши контакты, пишите, звоните. Короче, друзья, всем добрый день, всем добро пожаловать на наш канал в YouTube. Всем добро пожаловать еще в городе Алания, друзья. Сегодня у нас отличная погода. Отличный климат, воздух, отличное море, отличные горы, отличная вилла и отличный наш оператор, друзья. Так что все отличные. Все отлично, друзья. Я тоже, конечно, в первую очередь, я отлично, конечно. В первую очередь это я. Потом ты. Шучу, конечно. Можно вместе? Нет. Все сначала я. Для тебя тоже так же. Для меня я? Да. Как ты человек в первую очередь себе любит и о себе думает, и потом начинает думать про другие. Так что, друзья, хочу с вами поделиться именно сегодня эта вилла, именно городом Алания, друзья. Алания – это уникальный город, друзья. Алания – это просто сами тепло точка в Турции. Алания – это просто жит, это одно, еще здесь жит именно зима, друзья. Зима здесь нету, практически зима здесь нету. Если вы хотите именно вот это 3-4 месяца время проводить здесь, если вам надоел мороз, снег, сырость, друзья, переезжайте в городе Алания. Алания – это самый лучший город в мире. Я могу так сказать, потому что я много путешествовал, много посмотрел, много стран. Алания – это number one, действительно, друзья. Алания – это уникальный город. В Алании все есть. Если хотите просто для своего здоровья жить, в Алании все есть. Экология, чистая экология, натуральные овощи, фрукты, чистое море, Средиземное море, соленое море, морской воздух, бесплатный морской воздух, друзья. Здесь 320 дней солнце. Здесь образование очень хорошо, медицина очень хорошо. В Алании, именно в городе Алании, друзья, это не мегаполис. Здесь 400 тысяч населения, немного народ. Здесь средний город, небольшой, не маленький город. Именно для комфортного жизни это город Алания, друзья. Здесь пляжи отлично чистые, уютно, каждый 200 метров кафе, ресторан есть, друзья. Так что это рассказывать без конца, надо здесь приезжать, жить, попробовать, друзья. Так что, если есть какие-то вопросы про турецкую жизнь, как ваш человек в Турции, как местный человек, турок, друзья, я с вами на связи. Так что уже 15 лет на рынке недвижимости, как компания Arbotoms, мы занимаемся. Я не хочу в каждую комнату, пожалуйста, оператор, не хочу в каждую комнату ходить туда-сюда. Хорошо, потому что 5 плюс 1. Большая вилла, терраса огромный, друзья. В террасе есть джакузи, вы можете там лежать, наслаждаться, посмотреть. Вид на Средиземное море, вид на гору. Вот это вид достаточно для покупки виллы, друзья. Я вам хочу сказать, друзья, вы здесь не покупаете вот это бетон, вот это бетон, метраж не покупаете. Вы покупаете здесь вид, друзья. Здесь, как правильно сказать, оператор, как ценовая политика решает это вид, друзья. Какой вид, такая цена. Чем выше, чем дороже, друзья. Если вид на море, вид на горы, другой цена. Если вид на кладбище, вид на бочке, совсем другой цена. Поэтому вот этот метраж, ваша цена не решает, друзья.
Новая вилла, 5 плюс 1, одна комната там, одна комната здесь, одна комната здесь, одна комната здесь, одна комната здесь. Ты потом покажешь, хорошо? Я не хочу каждую комнату ходить, посмотреть. И два этажа, друзья, есть еще свой частный бассейн. Отдельный бассейн есть, место гараж есть. Это уже зал, огромный, большой зал. Вот такой аппарат. Давай, вместе. Давай, иди ты туда. Я здесь, давай, вместе, чтобы все видно было, хорошо? Давай. Вот такой зал, отдельная кухня. Здесь еще напротив бассейн, друзья. Вот здесь бассейн. И сразу через окно бассейн. Давай, ты туда, я здесь. Давай, вот сюда. Вот отдельно здесь кухни. Вот такой отдельной кухни. Как вы видите, она так продается. Как вы видите, она так продается. Теперь можно вот так. Да, еще одна комната здесь, санузел есть, три санузела есть, и возле выхода вот такой шкаф, друзья. Вот теперь бассейн, только нужно немножко чистить, и уборка нужна, и больше ничего не нужно, остальное нужно только мебель, бытовая техника купить, приехать жить, друзья. Отдельная настоящая вилла, вилла купить в Турции, особенно в Алании, это совсем по-другому, друзья, не как апартаменты. Если вы вилла, вот такой шикарный вилла покупаете, вам придется еще машина купить. Машина купить, потому что из-за географического расположения в Алании все виллы от моря, от центра далеко. Это примерно от до моря 1000 метров. Поэтому нужна однозначно машина, друзья. Так что с вами был Асым. Башту. Асым Башту сегодня с вами, друзья, был именно из Алании, из района Каргычак. Это район Каргычак, от нового аэропорта 30 минут отсюда. Из Каргычак всем большой привет, друзья. Я вас люблю, уважаю. Я люблю просто жить, не только вас, друзья. Люблю жить. Действительно, жить очень хорошо. Насколько много красивых вещей есть. Вот природа, море, воздух. Вот это все очень красивый природа. Я оператора тоже часто это говорю. Насколько красивее вот эта трава. Трава, да, по-русски? Трава, бассейн. И вот там лимон, апельсин есть. Все очень красивее. Жить в самом деле очень красивее, друзья. Поэтому... Не переживайте, потерпите, все будет хорошо. Удачи вам. Пока.